Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, а со мной легендарный ютубер по имени... Тик-так. Да, ребята, это настоящий Тик-так, или ты фейк? Я фейк. Ну, не такой легендарный, но... Да, ребят, не такой легендарный, как Кента ПК, но не фейк. Ребята, это дуэль против настоящего читера. И вы знаете, что надо сделать. Тик-так, а ну расскажи, что надо сделать, потому что много кто не знает. Если вы топовые чуваки, которые всегда всех разносят в щи, то вы прямо сейчас поставите лайк и подпишитесь на Кента ПК. Ну, это понятно. Да. Ну, и, конечно же, запасетесь плюшками, потому что будет очень интересное видео, и будете смотреть до конца. Да, ребят, наливайте себе чаёху, мы будем дуэлиться против настоящего читера. Конечно, я не знаю, кто победит, но я догадываюсь. Убивай, убивай, убивай! Чуваки, спидхак включил! Ай-яй-яй, всё. Дайте, я на нож посажу, за тебя, за Тик-така, на нож, тупо на нож. Блин, я пытался, ребят. Фух, ну это жестко. Скажу одно, АВП нам здесь никак не купить, потому что в него будет нереально. Надо будет просто сока зажимать по всей карте. О, надо, походу, брать или МП-7, или петуха, потому что там больше всего патронов. Бери МП-7, МП-7. Давай, я взял МП-7, погнали. Слышишь? А, у него же и АИМ есть, и ВХ. А как мы его убьем тогда? Ну попробуем, чё, нас же двое. Пока он будет одного убивать, второй попробует. Да, ребят. Ребят, как вы думаете, кто сделает первое убийство, Кента ПК или Тик-так? Напишите прямо сейчас в комментарии. Ай-яй-яй-яй, он сзади. Ну, я заметил. Я заметил, что он сзади. Я хотя бы в него попал. Так, ребят, пишите прямо сейчас, давайте, в комментарии активненько, кто сделает первое убийство. А может, вообще никто не сделает. У меня жена и трое детей. Пошли за мной на Б. Подожди, он сейчас обижает со спины. Не оставляй меня одного, мне страшно. Давай, я прикрываю. Нормально. Ну, если я умираю, значит знаю тут. Ну это логично. Ну давай, ставь бомбу. Я буду стараться. Ставь так, чтобы тебя было не видно. Давай. Ставлю. Наша задача хотя бы бомбу поставить. Все, никаемся. Да. Тянем время. Я вижу, он пришел! Напал на меня, напал на Кентапа! Ранил, у него мало хп! Да, хорош! Убить, хорош! Мы победили, ребят! Первый раунд мы победили! Да, детка. Просто. Не, вот это было красиво. Ребят, ты в него не попал, хэштег красиво. Не, я, кстати, не знаю, ну где-то 50 урона ему надамажил, где-то так. Так, все, готов, покупай себе. Давай покупаем дробовики. Мы с дробовика его убьем с одного патрона. А он тут, блин, он тут уже. Да не гони! Ты умер? А! Так, я убью. Кент, за подписчиков! Походу, ребят, кто-то лайк не поставил. Вот поставили бы все лайки и подписались, вот тогда бы я бы убил его. Так, фух, ну давай, ладно, дигл покупаю. Дигл? Я буду пытаться вантапать. Так, я буду МП-7. Все-таки я старая школа. Так, он еще опять за одну секунду прибежит, смотри. 100%. Я уже вижу его! Убил! Да, ребят. Хорош. Фух. Умер. Ой, красавчик, давай, иди сюда, давай, я тебя поцелую. Давай, Пятюнь, ты где? Да, ладно, в следующем раунде Пятюнь, да. Он пишет 3-3. Я думаю, что он нам поддавался все это время. Просто, ребят, у него есть АИМ, но он, походу, его отключил. У него только сейчас спидхак и БХ, по всей видимости. Давай, Пятюнь, опа! Так, тихо, сейчас Пятюнь нам в голову. Я за спины прикрываю. Мне кажется, он отсюда больше не выйдет. Так, я за спины прикрываю, не ссы. Давай, погнали. Ой, давай, короче, ты идешь передом, я задом, и друг друга прикрываем. Он тут, сзади. Давай, нападаем, вдвоем, погнали! Не. Подожди, он меня видел на минимапе. Он лоу хп, минус 92, 8 хп. Еще убью его, гранатой. 8 хп у него, чувак, у него 8 хп. Я добью. Ты сможешь. Ай-яй-яй. Он меня бегает, я не понимаю, где он? Слушай, мне чуть-чуть немножко стрёмно. Давай, я в тебя верю. Давай. Я в тебя верю. 8 хп, чувак. Фу. Это будет сложно, конечно, потому что он очень быстро бегает, но я в тебя постараюсь, верю. Я постараюсь. Давай. Ай, почти! Прям, почти. Ребят, видели 3 сантиметра от его правого уха. Давай, справа. Блин. Нормально. Ребят, нормально. Не фартануло. А какой счет? 4. Кстати, у него даже есть керамбит. Камон! Я в шоке. Откуда у него хотя бы керамбит? Вот это мажоры. Ребят, прикиньте, у него есть керамбит, а у меня нету. Ребят, кто хочет подарить мне керамбит, пишите мне в ВК. Тут он лоу хп, минус 64. Да не гони. Минус 64 у него, он сзади тебя будет. Справа. Вижу. Стреляю, промахнулся. Ай, почти попал. Перезарядка. Ай, как не вовремя перезарядка. Я бы его убил, честно. Убил бы.
Убил! Хорош! 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 Ребят, потная каточка, но мы это делаем. Делаем ради ваших лайков и подписочек. Фух, это реально потно. Это потно. Давай, дай пятюню ножом, как обычно. Давай. Только сейчас сзади нас, мне кажется. Сейчас получим пятюню. Пятюню в спину. Погнали. Надо немножко ныкаться. Давай, короче, смотри, становись. Я становлюсь тут, а ты где-то там. Ждем его просто. Он рано или поздно прибежит. Ждем. Давай. Я боюсь, чтобы он сзади не бежал. Ребят, это как рыбалка, понимаете? Я тебя прикрываю со спины. Я со спины прикрываю, не боись. Чего так долго нету? Вижу... Тут... Блин, он моим включил. Ай-яй-яй. Ну, нет. Ребят, без вариантов. Убили меня. К сожалению. Так, ну ладно, давай. Ох уж эти читеры. Также, ребята, мы напоминаем, что читы это очень-очень плохо. И ни в коем случае мы не читеры, и нас банить не надо, и мы против читов. Тик-так, я прав? Или ты за читы? Мы боремся, это дуэль с читерами. Да, ребят, мы боремся против читеров, мы пытаемся их истребить. Но пока что плохо получается. Он за спиной обходит меня, какое за мной? Короче, каждый сам за себя выживет сильнейший. Выжил. Он просто меня сбрил просто. Так, он где-то тут, как я понимаю. Сейчас, наверное, тут и выбежит. Не тут, а. О, как я не вовремя начал перезаряжаться. Блин, а? Но попытка не пытка. Вот тут, блин. Как? Я с ножа, ради тебя. А, ну почти, дядь, ну сантиметра не хватило. Я просто взлетаю сразу, моментально. И, ребята... Кажись, это будет последний раунд, а может и не последний. Ну, вы поймете по длительности видео. Я постараюсь. Ну, ребят, мы будем стараться со всех сил. Я просто не успел, я не знаю, откуда он выйдет. Ребят, мы, короче, чтобы вы понимали, мы корпорация против читеров. Мы, ребят, боремся. Попал в него. А, нет, попал. Я в него попал в голову, но он убил меня быстрее, поэтому урон не защитил. Так. Сейчас слеплю его, ослеплю. Ослепил, где он? Мне кажется, убежал слева будет. Ё-моё! Да! Нет! Нас убили читеры! Ребят, ставьте, короче, много лайков, много подписочек, и тогда мы возьмем дуэль и, черт возьми, надерем зад этому плохому, вонючему читеру. Не, конечно, возможно, он не вонючий, но он плохой. Ребят, давайте, ставим максимально лайков, подписываемся на мой канал, пишем хорошие комментарии. С вами был ваш Кент АПК и... Тик-так. Также, возможно, я ставлю ссылочку на канал Тик-Така в описании, если он мне заплатит 1 000 000 рублей. Ладно, ребят, все, давайте, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока, ребят, пока.